У меня... Ты скажи, я знаю, что тебя нахер кинули недавно. Ее недавно кинули. Ребята! Тихо, смотрите, тихо. Не, не спалит. Ты вообще ко мне никакого отношения не имеешь. Потом скажи, сука, я тебя найду. Я знаю, где ты живешь, в московском своем ебаном. Скажи, тебе пиздец, тварь. Тебе записать это все, нет? А ребята, у нас четкая бригада во главе с Тоней. Тоня. Всем привет. Чтоб все подписались после этого нахер. Кто не подпишется, разыгрывать больше не будем. Значит, Тоня звонит Оле. Ветер! Ставим на громкую связь и все, да? Убавили музыку к чертям! Собачьим! Все, ребят, бомба! Алло, Ольга, здравствуйте, вы занимаетесь корейской косметикой? Алло, Ольга, здравствуйте, да, здравствуйте. Я у вас недавно купила корейскую косметику. Что ты купила? Что конкретно вы купили? Ты скажи, я взяла и этот, сейчас скажу, она недавно брала этот... Маску с бульбашкой мед, это есть у нее? Нет, с бульбашками нету. А знаешь, что есть? Блядь, этот, доктор Стр, блядь. Доктор, короче, херня. Короче, скажи, я взяла у вас этот, как его, пилинг, яблочный пилинг. И нахер! Прям, ты знаешь, ты прям так сначала, ну ты не сходу, эй, ты тварь! Там это сначала, алло, Ольга, здравствуйте. Ага. Только не ржи, блядь, а то она, надо, чтобы она... А когда, с какого момента орать начать? Все, смотри. Я тебе махну, чтобы ты уже начинала прям гношить ее. Давай. Все, только главное не переживай. Все, ребята. Алло. Алло. Ольга, здравствуйте. Да, да. А вы занимаетесь корейской косметикой, правильно я поняла? Да. Я у вас купила яблочный пилинг. У вас вообще сертификаты на косметику есть? Да, есть. А вообще... У меня, блядь, обсыпало лоб. Что мне, блядь, с этим делать? Во-первых, девушка, вы со мной в таком тоне не разговариваете. Я вас знать не знаю, и то, что вас обсыпало лоб, это абсолютно не мои проблемы. Нормальный человек, прежде чем использовать косметику, делает тест на аллергию. Какой тест? Делали? Ничего не было в инструкции, написано ни о каком тесте. Это знает любой здравомыслящий человек. Но я, блядь, откуда вас знаю? Ты не умеешь разговаривать и материшься, иди нахер тогда. Это Ольга. Алло. Алло. Сейчас я скажу, тихо. Сейчас я, внимание, тихо. Нет, не ясно. Ты знаешь, кто мой муж? Ты, блядь, знаешь, кто мой муж? Ёб твою мать! Я приеду сейчас тебе твою корейскую косметику в жопу засуну! Пизда! А я еще не думала, у меня яблочный пилинг был полгода назад. Чё за наебалово, блядь? А, Оль, кстати, ты в прямом эфире! Поздравляю, зайка, с 1 апреля! А косметика у тебя классная, но подруге ты не даешь. Поэтому ваш лимит исчерпан. Я тебя люблю, позже позвоню, целую, пока. Все, пока. Все, Тонь, ты молодец, блядь. Все 738. Поснимайте на видео. Тонька молодец. Нет, Тонька не уезжай. Тонька будет сидеть со мной. Мы сейчас будем всех разыгрывать нахер. Сейчас Черкасову наберем. Сейчас Кадони, сейчас слышите, Кадони наберем, скажем, что я через слюну от него залетела. Прикиньте, бомба вообще. А давайте Глебу позвоним, Глебу. Это муж, это... Тонь, ты же его знаешь, да? Жемчугову. Типа, алло, Глеб, здравствуйте, вы там оставляли заявочку на работу...
Вы готовы, ну там, не знаю, там, щиплить траву в моем саду? Блин, кого бы разыграть еще? А может, Саню моего? Романец? Да. А ты думаешь, она меня не узнает по голосу? Да, думаю, нет. Не знаю. А что ей позвонить, сказать? Алло, Вика, это... А это нынешняя девушка Антона Гусева. Да, да. Вик, вот как ты на это... Вик, я долго молчала, но я готова говорить. Точно, точно. Так, ну-ка, давай, Тонь. Это, ну, а, допустим, она мне, Вика, задаст вопрос. А где вы виделись? Он куда ходит? В Энели. На работе в Энели, в офисе, да? Мы с ним познакомились в Энели, когда я пришла. Да, она узнает мой голос. Ёпары сатыя. А кого он узнает? Эля будет звонить сейчас, как раз. Тихенькая Элька сейчас будет звонить. А может быть, мы Антону позвоним? Пусть Тима звонит Антону. О, точно. Типа, это любовник-романец. Типа. Подписчица пишет, блин, ржу не могу. Крис, хочешь прикольнуться над своим? Намажь два пальца шоколадной нутеллой и иди в туалет. Крикни ему, зай, принеси туалетку. Туалет бумаг, когда он принесет тебе, приоткрой дверь в туалет и испачкай ему руки нутеллой. Блядь, не могу. Блять, это очень смешно. Давай Кахно. Ой, давайте Кахно позвоним в натуре. Ой, как смешно. Так, подождите, сейчас зайду.